Никонова Зоя Васильевна, племзавод Раздолье, Приозерский район, директор. Ну, тема семинара действительно, я считаю, что очень важная, для чего я взяла с собой специалистов, это и ветеринарного врача, и зоотехника, потому что тема воспроизводства при высокой продуктивности коров – это очень важная тема. Тема сохранения молодняка от высокопродуктивных коров – это еще не менее важная. Ну и увеличение долголетия жизни коров – это тема, которая экономически для нас самая важная. Я считаю очень полезно, когда здесь мы услышали мнение ученых, надеемся услышать еще мнение специалистов, потому что как бы там ни было, но я считаю, что нам не всегда хватает общения, именно вот общения друг с другом и перенимать что-то хорошее есть в каждом хозяйстве. И даже в среднем хозяйстве лучше для себя хозяйства могут что-то подчеркнуть такое, что нет в нормальных, в хороших хозяйствах. Поэтому я считаю, что общение – это очень важно. Метод проведения вот таких семинаров. Как говорят, что если хочет человек что-то сделать, то ищет возможность. Если не хочет, то находит причину. Ну, я думаю, что здесь нужно самому верить руководителю, и тогда поверят и специалисты, что все можно сделать, было бы желание человека. Научить специалиста думать и знать, что от него хотят, и дальше, если человек, специалист, хочет работать, то он уже сам поймет, вот есть тропа, по нему иди. Что-то будешь знать лучше. Вот я, например, сегодня своим специалистом, когда приносили мне буклеты там с разными минералками совсем, пожалуйста, испытывай на полстада, можешь одно испытать на полстада, другое, так и здесь. Очень важно, конечно, чтобы специалисты сами мыслили и свои знания применяли. Специалистов недостаточно. Я рада всегда у себя видеть и наших специалистов из-за рубежа, и рада, когда к нам приезжают за опытом, и сама с удовольствием везу своих специалистов. Ну, закончилась сейчас заготовка, почти закончилась. У меня уже 2-3 хозяйства в голове есть, куда нужно свозить, посмотреть.